Медицинские установы Гомельской области выходят с червоных зон и поширяют оказание плановой медицинской допомоги. Опошний хворый на коронавирус выписаны с Чачерской центральной районной больницы. После антиковидной опрацовки палат тут снова будут принимать профильных пациентов. Установу наведали наши корреспонденты. Вывод Чачерской районной больницы с червоной зоны супал с завершением четвертой черги реконструкции установы. Ранее тут провели ремонт приемного отделения, стационара и поликлиники. Зараз увагу надали харчовому блоку за одночасовым добропорядкованием территории. Причем, не глядя на этой работы, тут не спиняли оказание плановой медицинской допомоги. Правда, с початком первой хвали коронавирусу частку больницы перевели на лечение хворых на COVID-19. Опошнего пациента с коронавирусом выписали несколько дней тому. После опрацов помешканию специальным раствором у ранее закрытых отделениях снова пошнусь оказывать плановую допомогу. Переводить начали с первой волны. Четвертую волну было задействовано для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. 53 койки, было перепрофилировано полностью терапевтическое отделение на 45 коек, и также было задействовано на 8 коек отделение инфекционное. Вот. Кроме того, помощь оказывали на 6 койках отделение реанимации. И на сегодняшний день полностью восстановлен плановый режим оказания медицинской помощи. Мы работаем активно с диспансеризацией пациентов, с плановой госпитализацией, увеличиваем операционную активность. Одночасово с выходом Чачерской районной больницы с червоной зоны тут ведутся работы до усталявания сучасного компьютерного томографа. Такое обсталявание установе сапраўды вельми необходное. Ранее хворых приходилось вести на обследование у Гомель, а это 60 километров. Новый КТ дозволит оперативно ставить диагноз на месте и таким чином при необходимости принимать оперативные решения по методице лечения. Аппарат, в принципе, очень хороший идет, многослойный, многосрезовый идет, довольно-таки очень быстро, если простыми словами сказать, на 128 срезов. Это обеспечивает более максимальную диагностику на коротких срезах, и пациенты получают меньшую лучевую нагрузку. Также это ускорит и скорость прохождения всех пациентов, и мы сможем обхватить очень большое количество их. Переход медицинских установ на звычайный режим работы протягивается. Сегодня с червоной зоны выведена 4-я Гомельская городская больница. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадо, компания «Гомель».